такое слово сюрприз? Сюрприз. Неожиданный. Кто может объяснить слово сюрприз? Неожиданность. Неожиданный подарок. Приятное. Перевести как? Приятная неожиданность. Неожиданный подарок. Да. Неожиданный. Да. Подарок, да. Да. Нежданный, нежданный. Неожиданный, нежданный. У меня сейчас сюрприз. Звонит по скайпу и чтобы поговорить. Потом видео можно. Я так глазом только посмотрел, думал, Лапкина Татьяна, сестра. Я нажал. Голос более такой ясный, четкий. Я думал, может, ошибся. Лапкина Надежда есть в Германии, племянница. Вот мне скайп поставили, с тобой не поговоришь, по телефону нельзя. Когда по телефону нельзя? Я глазами туда-сюда метнулся. А они, видать, что-то там догадываются. Вот мне скайп установили как раз, я хоть могу с собой поговорить, а то с тобой никак не поговоришь. Я говорю, ну у нас сегодня здесь занятие, я разговариваю с Германией. Я-то думаю. Я говорю, у нас занятие сейчас, часа через 2.5, ты можешь позвонить? Да, конечно, могу. И захихикали там. Я говорю, а что хихикаете-то? Да ты, наверное, не догадался, кто говорит с тобой. Я тогда думаю, дай-ка наводящего. А кто тебе установил скайп? Если она скажет, что Вася, это сын ее, значит, это из Киргизии звонит. Она еще больше. Юля! Юля, какая Юля? Да она умеет, Юля! Да ты, наверное, меня не узнал, кто? Это жена моя, звонит, через стенку живет. Надежда. Надежда, да, ладно. Я говорю, так вы на занятие хоть пойдете? Она, так а с нами малышка здесь. Я махнул руку, вот это подвели они меня. Сюрприз. Сюрприз, это высшая награда, подарок. Высшая награда, подарок. Радостный сюрприз такой. Надо мне видеть. Еще, подарок занятие. Бедный Игнатий Ильич. Сейчас пойду. Быстро только, не тратьте время, распределяйтесь. Надежда, возьми, пожалуйста. Бери, где твоя книга, руководство? Вы когда снимаете, что перед этим не ходите, а наклоняйтесь хотя бы. Я про это тебе говорю. Не заслоняйте, идет, встал, спиной стоишь. Кому твоя спина нужна? Ты подсоединись к проводам, молодец. У тебя ничего хочется. Братья, все. Все. Ты, там нет, не ставь смайлики, а принеси настоящее подлинное покаяние. Я еще ни одного смайлика не ставил никогда. Все осознал, как было, все расскажи и никогда не увлекайся. Люди, которые так быстро чем-то увлекаются, они все время балансируют где-то. Это обидчивость, вот это все никогда. Ты... Для этого ничего не надо. Секундная вспышка, так, а потом выправляй 5 лет. А спокойно положи, выступи. Вот относительно это паспортов, он выехал там. Может, считали где. Не нашим же умом решал Евгений Сиан. Написал, что такое, когда это будет, что за печать. Все, под печать гонят. Ты маленько думай, куда ты заехал. 1666 год. Сколько лет назад? 400 лет назад. И кто? Никон делает реформу. Старообрядцы сразу назвали его Антихрист. Почему? 1666, 3 шестерки. А тысячу просто убрали, да и все. Антихрист. А раз Антихрист, в руки даваться нельзя. Значит, бежать и таиться. Ну, царь тоже Антихрист. Вот Антихрист Петр, я в это верю, что это был Антихрист, Петр Первый. Он посылает войска. Или там, или совета, там они все действовали, будь здоров-то. А эти строят дом себе молитвенный в тайге. Но заранее уже готовятся встретить врагов. А как? Те-то идут с ружьями. Специальное отделение, везде лежит хворост, солома внутри. Те приходят, стучат, не надо, уже там сгорело 460 человек. К этим пришли. Мы пришли сказать, отойдите от Антихриста, от нас. Да мы хотели сказать, что мы вас трогать не будем, только не сжигать. Так уйдете или нет? Мы хотели, все, дым пошел. 1050 человек. Дети малые, жены. Почему? Антихрист. Вот что значит преждевременно назначать приход Антихриста. Кто тебя просит это? И когда его такого там между собой переписывались, один говорит, ты как змей Горыныч, изо рта твое пламя. Сколько ты тысяч погубил-то здесь? Сколько сгорело от твоего научения это все? Будет день, когда за это ответишь. Так они не хотели, да не научены так были. Антихриста нет еще. Адвентисты верят, это папство.
Вот это когда папа пленен был, это смертельная рана, Наполеон, то есть такую галиматью гонят. Там написано «человек греха». Не человек и папа последовательно друг за другом, а человек. Дальше сын, не сыновья, сын. Все, то есть это одна личность, одна. А не то, чтобы сменяли патриархи или папы друг друга. Ну доказывать-то ничего не надо. У адвентистов это папа, допустим, у них антихрист пришел уже 500 с лишним лет. Такие умные люди, все понимают про здоровье. А почему? Пошли другим путем. Это самость вот эта. Чем-то показать, чем-то занять. Нет, так-то точно. Ничем не занят человек, но ничего у него нету. А тут я могу показать себя на высоте, на коньке. Тебе не открыто, а мне открыто. И вдруг сразу я теперь первый, а вы отстали от меня. Почему? Повернул в другую сторону. Плелся за 100 километров, а теперь ты первый оказался. А выключи, ничего не будет. Соседи, выключи. Не надо это. Ты даже вот, Сережа, было, я ему ответил, он не понял. Я ответил, чтобы не обидеть, сказал так. Когда собаки кусают человека, у него может наступить бешенство. И материал. Это я тебе сказал. Тебя кусала собака, и ты такую, как помешанный, сейчас гонишь. Я говорю, да он так пошел про собак говорить. У тебя неподвижный ум застывший. Это я тебе написал. На твое состояние бешеное. Ты бы сразу отрезал, пал, сказал, прости меня, Господи. А когда я все выставил, там, Осипа, всех, вот, тогда, а я как-то раньше этих роликов не видал. Теперь что? Теперь раскланиваюсь и простите. Ты дал полное покаяние, как там писал, так и здесь. Вот тогда, видно, был вот обрезал. Осуди сам себя вчерашнего. Ты впал в ересь. Это ересь, самая настоящая. Притом ересь губительная. И губительная не когда-то уже здесь на земле. Паспорта. Сколько людей было, когда советская власть не принимали? При царе было, при Петре не принимали. Тоже антихрист из-за паспорта. Удостоверение личности своей боятся. Вот некоторые сегодня боятся съемки. Никакую съемку нельзя делать. Фотографию вообще нельзя делать. Я говорю, вот у старообрядцев был он тут. Ему сказали, что ты общаешься с безбожниками. Я не общаюсь. А ты молиться ездишь где? В трамвае? Ну да. А тут женщина сидела нечистая. Да и правда, как же я не подумал-то. И он теперь идет по трамвайным путям пешком. А далеко старичок чапает по челюскинцев. Но нашелся еще более умный и говорит, ты идешь, ну здесь на трамвайным путям та женщина с нечистой-то, она проезжала прямо, и ты-то, да и правда, как я не подумал. Сейчас он стал ходить только между этими, между путями. И ты не думаешь, что ты самый умный-то. За 2000 лет было этих антихристов очень много. Не ты ли антихриста-то? Между путями идти. Я поехал поговорить. Зашел в избу, такая, говорю, а что, света нет? Как нет? Есть, ну сейчас же день. А лампочка? Да электричество, это же от сатаны. Он отрубил, все, его нету. Да совсем нету, нету. Я сесть, гляжу, да вы что ищете? Я говорю, так я табуретку, а табуретку нельзя, это грех только на лавке. У него лавки он сделал вокруг. То есть он занят и делает это, отрезает это, он это мучается. Попала газета, там Брежнев, он ему глаза сидит, выкалывает. Глаза выкалывает. На бумаге. Это вера? Да. Да ты посмотри на святых и спросили Антония, какое самое великое качество для человека? Да, он говорит, смиренно-мудрее. Смиренно-мудрее. Дали тебе слово, не дали, тебе разницы не должно быть. Ты сотвори молитву и скажи, мой час настанет. Звездный час на суде Божьем будет. Доверься Богу, и так у тебя будет по-другому все. Не будет ничего, кишечник нормально будет работать, болезни эти отойдут. А то звенящие нервы, кедры... В башке пусто звенит. Давай. Римлянам 3 глава, 2 стих. Как 3? 13. 13 глава и 1 глава. Мы прошли 4 стих, 5 глава. Римлянам 13 глава. 5 стих. Так, кому охота дремать здесь? Не дремать, сразу выходим, нам коридор садись. Не надо, это зараза. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Начальствующим имеется в виду повиноваться. Толкование. Тебе необходимо, говорит, повиноваться не потому только, чтобы не испытать гнева и Божия, и начальнического, как непокорного, и не подвергнуться несносному наказанию, но и потому, чтобы не оказаться бессовестным и неблагодарным к благодетелю, начальнику, то бишь. Великие благодеяния доставляют
начальство государством. Ими поддерживается благосостояние наше. А если бы не было их, давно уже все не спровергалось бы от того, что сильнейшие поглотили бы слабейших. Итак, собственная совесть твоя говорит, пусть убедит тебя почитать тех, которые доставляют тебе столько благ. Кто власти? Паспорт, вот это все делает, каким-то путем человека где-то зафиксировать. Мы же обижаемся, меня обокрали, милиция не может найти. А как она найдет-то его? Ну, да. Это не просто, кто-то соседи, они ходят расспрашивают, это обыкновенные люди. И вот поэтому, когда выходит человек из заключения, ну еще, а на свободе, ему браслет надевают. Если он его снял, там у них сразу, а он знает, расписался, сразу арестуют, там 3-5 лет, которые ему там пораньше освободили, все. Куда он пошел, у него фиксируется все. Я там не был. Нет, как не был? А вот прибор показал. Хорошо? Да, хорошо. В последний раз ходил он. А вот когда уже будут вживлять чип, и проще придет время, вот тут умри, но не, уже не принимай. Почему? А так не будет, что я сидел фотографировался, а мне написали 666. Я и даже не знал. За кого ты считаешь сатану? Это отречение от Христа. И начертание Антихриста на челе своем, как Бога. Ты должен сказать будешь, расписаться, что ты в Христа не веришь. Ты веришь вот этому в Иерусалиме, из колена Данова, как Бога признаешь. Мы же видели Апокалипсис 666, где там фильмы какие показывают. 6. Не просто так. Да так любого не могут свалить, печать хлопнет, лоб. Все, ты теперь наш. Это я 6-летний так рассуждал. Брат курит, а чтобы я не жаловался, они меня повалили с двоюродным братом. Нос зажали, папироску в рот. Дышать-то нечем, я дыхнул. Теперь они меня отпустили. Теперь ты не скажешь, ты тоже курил. И я молчал, потому что я курил. Сработало же. Для меня это было достаточно. Ну так мне 5 лет было, а тебе-то 55. Геннадий Ильич, вот я смотрел этот ролик по этой же теме. Такой есть на Украине. Он специалист по налогообложению, но как верующий христианин выступает и я говорит... Я на этот ролик и попался. Вот, значит, он говорит о том, что люди будут все писать заявление, добровольно принимают вот это вот, этот учет, да, эту карточку, универсальную электронную карточку, в которой будет все там занесено, все твои данные и долги, и все приходы, и расходы, все имущество твое, все. Добровольно пишут, но... Здесь же говорится о том, мы знаем, что нужно четко сказать, что ты это делаешь, потому что ты принимаешь Антихриста своим. Он об этом умалчивает. Он говорит, что достаточно того, что ты написал добровольное заявление. А если ты не напишешь, то этой карточки не будешь иметь, значит, ты вообще ничего не будешь иметь. В газете это было. Виктор Андреевич, там какой-то Авель, он все время выступает, Авель. Говорят, что он так известный. Я посмотрел у него. Он вот не стоит того, когда сказали, который, скольких людей ты, Змей Горыныч, сожрал, подвинул, что сожгли. Вот это точно так же. Паспорта убрать. У него больше ничего нет проповеди. Люди Христа не знают. Ну, убрал, но он остался тот же самый. Прими Христа, уверуй в Него. У меня свой есть разум, у меня есть совесть. Какая уж там совесть, Бог решает. Вот. И поэтому я, подчиняясь уставам церковным, в себе я имею свою мысль. А мысль такой, вот мы сегодня рассуждали о крещении. Как сделали? Перевернули все. Для крещения что нужно? Вера и вода, больше ничего не надо. Ну вот едет Евнух, а вот вода, что мне препятствует? Он говорит, дальше, что препятствует? Если веруешь, верую. Все, остановил колесницу, сошли оба в воду крестился. Не написано, что надо 2 часа тут что-то начитывать еще, освещать воду. Ни слова нигде нет. И первые христиане этого не знали. Не написано, что еще черепушки или 3 раза погружать во имя Отца отдельно. Вообще здесь смысла вообще нет 3 погружения. Никакого. Во имя Отца, значит, я умер. Да, в погружении в воду-то смерть. Теперь я воскрес. Ну и все. А во имя Сына? А при чем тут Сына, когда я воскрес? Все, уже ничего не было. Первые христиане ничего этого не знали. Но я сейчас нахожусь в церкви православной, троекратное погружение, я это принял. Но мысль моя мне подсказывает, этого не могло быть. Это потом написали спустя столетия. Ну, представь себе, вот, даже венчание, это не дождешься когда. Пока в обморок мужик не грохнется. А как было? Ну-ка, Магридеша. Мы вот решили, там он берет за руку, Марк. Объявляю вас мужем и женой с Богом. Все, муж и жена. А тут, говорит, любому петуху позавидую. Ни конца, ни края никакого нет. И люди поэтому крутятся, вертятся, они ничего не знают.
И венчание для них никакой роли не играет. Но я православный, я все принял. Но внутри себя я имею мысль, что так не было. И наставить на этом, чтобы было так одинаково у католика, как у нас, нельзя. Как и они не могут нас. Это не главное. Главное это моя вера, моя любовь. Все. Говорю. Так, я вопрос задам. Скажите, вы слышали такое выражение Златоуста? Совесть первичнее Евангелия. Да, да. Для меня это было открытием, когда я первый раз прочитал. Я сразу остался, выше Евангелия, у меня такой авторитет Евангелия. И вдруг совесть выше Евангелия. Да какая совесть может быть выше Евангелия? Но когда Златоуст разъяснил, я вскрикнул даже, Господи, да какого ж ты человека дал? Я его приверженец. В вопросах толкования добавляю. Он Златоуст прямо задает вопрос, скажи, а до Моисея кто писал закон? А его не было как. А устно передавали, совесть подсказывала. Но и ничего не записал, ни одной строчки. А Бог открыл это все. Аврааму открыл. А до Авраама где был закон? Обрезание нигде, внутри, в сердце. Обрезание в совести от греховных дел. А внешний знак, не то обрезание, которое иудеи говорят, кто обрезан, Павел говорит. Он разъяснил. Так что Павла было за что убить. Он восстал против векового обычая, прямого повеления Божия. Вот так. Давай. Шестой стих. Для сего вы и подати платите, чтобы они, Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Этим самым. Толкование. Ты, говорит, сам свидетельствуешь, что начальник благодетельствует тебе, потому что даешь ему вознаграждение, очевидно, как помышляющему о тебе. Мы не стали бы платить подати изначала, если бы не знали, что получаем пользу от начальства, проходящие, которое неутомимо бодрствует вместо нас, а мы свободны от хлопот посему. Я спрошу, вы, ложась спать, вы молитесь за милицию, за полицию? За власти молимся. За власти, за пожарных молитесь? Молимся. Какая опасность? Вся вот эта мразь выползает с оружием, у них оружие. Милицию стреляет, вызывает и тут же пристреливает. Молодые ребята гибнут. И тебе все равно? Вечером, да. Я не лягу спать, пока не помолюсь за милицию, за полицию, за пожарных. Почему моя совесть говорит, что я должен участвовать с ними? Я уголь, когда насыпаю, я всегда корю себя. Я стою здесь на твердом пол подо мною. А эти люди добывали уголь, которым я топлю. Так долго он горит, так трудно добывать ему. Они там сколько взрываются, все погибают, как в Курске, как в подводной лодке. Никуда не выйдешь, как Тулеев говорил. Мы похожи на шахтеров и на матросов зажатых там. Ну, хоть маленько-то, ну, пробуди в себе благодарность к Богу. Я говорил, вот изобретатель мобильного телефона Мартин Купер, мы каждое утро молимся за него. Интернет изобрел Тим Бернерс-Ли. Мы каждый день молимся, Господи, обрати, вот этот составленный библейский поисковик, тоже Тимофей Ха, вьетнамец, мы за него молимся, Господи, воздай ему добром, пусть он познает истину, как должно. Такое облегчение он нам дал. Ну, раскачай себя, подними там волну благодарности-то. Ну, нельзя жить, почавкал в корыте, опять в гайно лег. Гайно это, ну, где свинья лежит место. Поэтому и Богу угодно, чтобы мы платили служителям Его подати. Даже ворыть нельзя, вот власти сейчас не будет. Вот власть сейчас стала, и все, губернатор, все сказали, а мы не будем больше. Люди верующие нас не хотят. И кабинеты пустые, вы даже представить не можете, что будет. До вечера не доживешь. Даже страх не может обуздать. И начальники, которые тюрьмой заведуют, да зачем мне это нужно? Бросили ключи, открывайте камеры, идите. Ну вообрази на минутку, что бы дальше-то было-то. Вот этого не было визового режима, вот сейчас нам визу надо открывать. Что бы здесь было, думаю, не продохнуть уже, никакого. Ты научись маленько подальше смотреть, без власти нельзя. А я всегда, вот у меня приехала тут одна такая грамотная, кандидат наук, власти никакой нету сейчас. Я говорю, а почему ты решила, власти нет сейчас? Да какая это власть? Ну власть-то есть сейчас. Да нет власти. А ты можешь мне доказать? Я говорю, я тебе докажу сейчас через 5 минут. 5 минут только помолчи, доказывать не буду.
мы идем к Ленинскому. Ну а когда будете доказывать? Я говорю, еще 20 шагов пройдем, я тебе докажу. Вышли на Ленинский, стоим, стой, смотри мои доказательства. Маршрут какой прошел? 20-й. А куда он идет? У него написано. Кто его назначил по этому маршруту ходить? В городской администрации, отдел, который распоряжается, где они платят. Вот это прошел маршрутка, счастье. Кто его назначил ходить на новую больницу краевую? Кто? Кто за ним закрепил этот участок? Сейчас идет стройка. Кто решил, кому строиться? И другой на то место не судится. Вот это место у меня земля откуплена. Тут уже никто, кроме нас, не будет строиться. Это власть. Власти не будет тогда, я прочитал однажды, когда железнодорожное полотно зарастет травою. Связи никакой нет, связь разорвана, и все не... Ну, тогда, конечно, машин было меньше. Какой глубокий смысл заложен. То есть общение друг с другом прекращается, каждый сам себе хозяин, как во времена смуты, было смутное время, там банды гуляют по 1000, по 2000 человек. Там Котовский, тут Щерс, грабит кто хочет, власти нет. А вот сейчас бы Котовский появился, ну, башку свернули в один день. Какое у него? У него образование еще Чапаев там или кто-то начали бы грабить. Чапаев не грабил, но другие это грабили. Не все же были. Чапаев верующий как был, православный. Бог хочет, чтобы в гражданском обществе было мирно, жили добродетельно и поражался порок. А в этом-то и служат начальники воли Божией. Ревностно заботясь об общем спокойствии, прилагая неутолимое попечение о том, чтобы мы проводили жизнь в мире и тишине. Если иной употребляет начальствование во зло, то это ничего не говорит против пользы самого начальства. Ну, есть... Сейчас нет начальства никакого, электричество погасло. Ну все пошли, платить-то никому, некому, государство не платит за это дело. Все остановилось, вся жизнь. Это банда. В банде начальники тоже. Не думайте, что там бесконтрольно. Там строжайшая дисциплина. Даже самое маленькое говорит, подозрение на кого было. У меня сейчас выставляю ролики. Ну, поймали его там. Солдат он в этой группировке был. Самое маленькое подозрение. В этот день он должен умереть. Свои. Съезжаемся на дачу четверо. Мы, говорит, съезжаемся. Не поехать нельзя. Он назначил встречу. Свои его, подчиненные. Мы знаем, один из нас сегодня должен умереть. Он так подводил. Когда говорил так, по телефону ты разговаривал, такие слова говорил, мы, они записали, должен умереть. Он спокойно ложится, мы его распиливаем, говорит, по частям, снимаем дальше, как хоронят и все. Мы под огромным страхом. Если, кажется, фильм один показывает, ему сказали убивать, генерал КГБ, генерал дает указание, кого где устранить, убить. А он один там отсидел 12 лет, пришел и теперь... И они, как сказали, по мобильному высчитали, там какой-то автобус стоит, и, видать, там бомжи собрались где-то. Они выходят, у него пост, 4 автоматчика. Одновременно начинают его прошивать на мелкое. Прошили. А его-то человека, которого они думали убили, его там нету. На телефон он подкинул, а телефон там нашли. Из-за того, что телефон показал хозяин, то есть сам телефон там в этом. Всех до одного. Все. Если власти-то нету, наконец и ему пришел конец. Высчитали. Какой бы он ни был герой, на Берии тоже найдется закон. И на Сталина найдется закон. Есть власть. Нужно сказать, и антихрист будет. Абсолютная, полная антивласть. Какая только возможна. Нам трудно было при Сталине, плохо при Гитлере, но их будут считать маленькими младенцами по сравнению с антихристом. Он не будет расстреливать, он каждый год мучит, полуживого оживлять и снова мучить, пока не трясется. За каждую душу будут бороться. И святые отцы говорили, думаем, что и мы не устояли бы. Как прочитаешь этот, только бы не дожить до этого времени. Вот тогда и узнаете, что такое антихрист, что такое печать. Это фильм был этот вот недавно-то, да, как-то он 6, по-моему, называется. На 6, а это вот один, слово один, запомни, один, кажется. Тоже такой. Вот он один вышел через 12 лет и начал всем мстить. Сам он бывший там полковник или кто в этих органах. И он все знал, его никак не могли взять. Ну, только что сказанное вами как раз и говорит о том, что все эти разговоры пустые бредни. Потому что, что бы тогда такая ситуация складывалась бы? За каждую душу бы боролись бы-то. Значит, будет такая ситуация, что ты должен конкретно признать его своим повелителем. Да. А если ты не признался, значит, ты никакой, ты тебе не положат ни печати, чип тебе не вживят. Вот, когда это бессмысленно будет вживление.
Меня в лагерь привезли, и там подошел один ко мне и говорит, а вы по какому тут статусу будете? Я ничего не знаю. Ну какой, я верующий. Значит, повязаны будете? Это вязаная зона, все сотрудничают с властью-то. Я говорю, а что это такое? Ну с властями там, что скажет делать? Нет, я верующий. Значит, не вязаный. Сегодня у нас на весь лагерь, допустим, на 3000 человек, только 2 человека таких. Или 3. 2 иеговиста. И один армянин, он уже лет 20 сидит, и он никому не подчиняется. А остальные все повязаны, там убивают. Допрашивают, говорят, вот до уровня головы крови залита ленинская комната. Убивают. И дальше 4 было, я уже 4-й был. Нет, значит, мужиком больше. Мужик это тот, кто работает, ну, живет по законам зоны, которые дают это от начальства. Вот и все это мужики. Остальные это вор в законе, он работать не будет. Ему нельзя работать. Ему нельзя иметь семью. Ему нельзя там накопления какие-то делать. Вор в законе ничего этого не может иметь. Че? И меня спросили, кем больше мужик. Ну, сразу за мной. Значит, я принадлежу к тем, которые работают на промзоне, шьют там. Это мужики, это мужики. Мужики кормят всех. Ну, ну что здесь? Игорь, кучки. Брат Игорь, сравнил вора в законе с епископом. Так, подожди. А... Необычное такое сравнение. Да, да, надо подумать. То есть он имеет не конкретного человека, а что ему нельзя, то другое, вообще-то здорово. Благодарю. Очень даже похоже. Жениться нельзя. По смыслу, нельзя жениться, нельзя накопление иметь. Участка нету. Как Зоя Крахманенко говорила, сегодня ведь редкость, диво, если мы встретим неженатого епископа. Что? Действительно так. С точностью для наоборот только. Да. Это сатанинский епископ, да, называется. Бог, а может быть он даже лучше, чем сегодняшний. Римлянам 13 глава, 7 стих. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать, подать. Кому оброк, оброк. Кому страх, страх. Да. Кому честь, честь. Толкование. Благодарность к начальникам есть, говорит, неизбежный долг твой. Отдавай же должное всякому, кому вручены различные начальствования. Кому следует подать, то есть подать поголовное, тому отдавай подать. А кому оброк, то есть взнос за землю, тому отдавай оброк. Но не одни только деньги давайте, воздавайте и страх. То есть почтение, благоговение и отменную почесть. Поэтому присовокупляет, кому честь, честь. Страх бывает двух родов. Один страх тот, которым боятся преступники, страх, происходящий от худой совести, этот страх еще прежде отверг апостол. Другой же страх тот, который имеет любящие к любимому, то есть высшая степень почтения, как сказано. Нет скудости у боящихся его. Псалом 33:10, его с большой буквы. И еще. Страх Господень чист, пребывает вовек. Псалом 18:10. Здесь, разумеется, благоговение. Вот меня спрашивают, вы вот так относитесь к этому. Вот патриарх к вам приехал бы, как вы его приняли? Как папу римского. То есть, по всей форме, чести, поклонился. Он попросил благословения, самое лучшее выставил на стол. Мы побеседовали. Мы сейчас поедем, если Господь позволит, то мы думаем попасть в Ватикан. А если папа допустит, что встретимся, ну не знаю, как братья наши, а я думаю, что подойду, поблагословлюсь у него, потому что я его признаю как первосвященника католической церкви, благодатного, и для меня это ничего нету в этом. Да когда православный объявит еретиком, ну, это естественно, я этого и жду. Скажут, печать получил от Антихриста. Они меня уже, как отец Александр Мень говорит, на меня столько навешали званий. Говорит, я клеен, как заграничный чемодан. Потому что на таможне везде ставят свои клейблы. А в Калининград вы не собираетесь заехать? Куда? Калининград, как бы Владивосток и Калининград противоположные точки. Это надо через республики попадать. А они тоже в шенгенской зоне, Калининград. Понимаешь? Нет, он не... Вошли. А почему он в шенгенскую, когда он к Союзу относится? А вот когда этот мэр Калининградской области подал заявление туда, в шенгенскую зону, Путин ему сказал, сидите на попе ровно. А потом он сказал...
мол, так сказать, вы не подавайте примера. Если Россия полностью входит, тогда и вы войдете, а сами вы не суетесь. Итак, но они... их приняли. Значит, они не вошли? Пошли. Калининградская область вошла. Правильно. Да? Потому что нам нельзя границу пересекать. Если мы оттуда выйдем, а они обошли все, я думал, Скандинавию с этой стороны зайти. Нет, то нас вошли. Второй раз не пустят. Это следующий год или когда открывать надо. Поэтому мы постараемся той стороной через Норвегию зайти. И выходить мы не будем. У них же нет границ. Я возьму дополнительные, если все благополучно будет, возьму дополнительные Новые Заветы для Слова Божьего уст и симфонии. Это маленькие, такие как Бельгия, государства, там, Словакия. Вот, вот туда мы можем такое дать, а на большие я уже рассчитаю по государствам-то. Чтобы хватило на Скандинавию и Прибалтику. Это 6 экземпляров, я их сохранить должен до выезда оттуда. Не выезжаешь из шенгенской зоны. Тогда у нас все будет на месте. Вот так. Ну, надо уточнить. Да. Считай. 8 стих. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Толкование. Иные долги, говорит, отдавайте. То есть любовь не желайте никогда выплатить, а всегда имейте ее долгом постоянным. Если ты всегда окажешь ближнему расположение любящего, то не воображай, что поэтому завтра ты должен пренебречь им. Напротив, всегда думай, что на тебе лежит долг. Любить ближнего. Видите, вот, ты не говори о себе. Я не могу не говорить, потому что это, я вошел в это. Я нахожусь в зоне священного писания. Я обязан это уже применить к себе. Почему не благодарные люди? Я вот близко, которые знаю, у меня близкие люди, которые... Они буквально всем мне обязаны. Веры, которые Бог дал в моем доме, обратились. Семья, невесту получил в моем доме. Мало того, сестру родную. Сделались врагами лютыми. Я спрашиваю через разных людей, ну пусть бы они как-то объяснят, за что он так ненавидит меня? Он не может, ну, в детях, а дети его мои крестники. Крестники мои. Их всех сделал врагами. За что? Это от Бога? Господь допускает это? Вот это такое ненормальное положение. Пожалуйста. Я считаю, к этому я сразу отношу к себе. Ну а что можно сделать? Конечно, очень неприятно и... Любовь. И каждый раз спрашивает, а как бы ты это? Никак, я помню. Я где обратился, я день и ночь благодарен Богу. Александр Иванович Устинов мне посоветовал, на ком жениться. Я послушался. А я был знаком близко с другой девушкой. Ну, ничем не обязаны друг другу были. И я благодарен за всю жизнь. За удачи, за неудачи, за его совет. Его нету, я съездил к нему на могилу. Вот это чувство, моя ответственность, я ему должник. Он ввел меня в толкование апокалипсиса. Устинов Александр Иванович, вот в деревне живет Володя, это его отец, герой веры. Вот. Мы были очень большие друзья. А меня его теперь, его сын бил. А еще Александр Иванович говорил, смотри, Игнашенька, тебя гордость погубит. Я не знаю, говорю, таких слов, говорил он или нет. Но если он говорил, а о чем он говорил? О чем конкретно? Что он считал за гордость? А что было? Ты же не знаешь. А я тебе скажу, за то, что мы ходили к баптистам. Я ходил там, свидетельствовал. А мне говорили не ходить. А я продолжал ходить. Это гордость тебе говорит. А когда оттуда пришли баптисты, тогда они не знали, что говорить. Они тогда стали лгать. Всю нашу молодежь старообрядческую перевел к баптистам. Ну докажите. Нет ничего. Отлучили. Потом прилучили. И все. Я сразу оттуда выехал. Больше ни разу не был. Я это все абсолютно испытал и думаю, по-другому нельзя. Это Бог нас трет, давит, чтобы мы вошли в прокрустово ложе священного писания. Мне с чего где-то примеры брать-то, когда я понимаю, оно на мне проехалось, мое это живое, и поэтому я с тобой делюсь. Возьми этот опыт. Павел мог сказать, подражайте мне, как я Христу. А что ты с него упящешь? Ты почему не можешь показать? Потому что ты подражать нечему, потому не можешь сказать. Я могу это сказать. Почему? Потому что меня там били, тут меня давили, тут меня пилили, тут меня вешали, тут меня топили, тут меня жгли. Я могу показать, что и в каждом вопросе, вот в этом вот, нужно людям успеть сказать о Христе, засвидетельствовать. Я вижу, это Бог меня так возлюбил. И люди, которые мне там где-то помогли, вот сейчас я думаю, пойду если в Латвию, я обязательно зайду в Вентспилс. Карла Розенберга 84, где я был, и где снова сфотографируется. Зайти в ту комнату, если она целая, и поклониться тому месту, где я впервые колени склонил.
помоги, Господи. Я впервые в 23 года открыл уста сказать Богу своими словами. Ты можешь найти такое место, чтобы ехать такую даль, 1000 километров, чтобы воздать Богу благодарность? У меня есть такое место. Вам почему тошно слушать, когда я говорю? Потому что у тебя нет этого места. Я не конкретному человеку говорю. Вы не можете показать то место, на котором ты получил рождение, где ты издал первый крик ребенка, где впервые вдохнул евангельский воздух. Ты не можешь, поэтому у тебя есть состояние. Я тебе не сужу. Я просто говорю, зачем же ты меня мешаешь-то? Я свидетельствую, как я обратился к Богу. Это мое свидетельство, как у апостола, как у Савла было. Ты по-другому пришел, ну ты об этом тоже свидетельствуешь. Ты медленно, в верующей семье родился. Ну за свидетельство. Все равно у тебя должен быть толчок какой-то, когда был у тебя страх Божий проявлен. Когда откровение было, когда ты понял, что ты избранник Божий. Что я избран Богом, я примерно в 5 лет абсолютно точно знал уже. Что я избран Богом быть в аду. В аду. Меня никто не мог убедить. Я знал мое место только в аду. Когда люди говорят, ну я вот верую, да, ходит, ничего не делает никак. Я не делал, что люди делают. Я был абсолютно не то, что, а существом понимал, я горел, вот, а я буду в аду. Хорошо бы иметь друга, который бы за меня молился, когда я умру. У меня такая была мысль. А я больше всего Евангелие-то не знал, думал, научиться бы молиться за едино умершего, за тятьку с мамкой молиться буду, когда умрут. Их из ада вытащить. Не во Христе, а в молитве за упокой. Вот теперь бы поезд Богородицы, мощи для меня, во как были бы. Но тот день там, в Латвии, он вывел меня в этот свет. Как я могу быть неблагодарен? Вот об этом и говорится. Ничего, кроме благодарности. Ты жизнь свою пройди, внимательно посмотри, где такие места, где ты был другим. И Бог тебя поднял. Именно тебя. 9 стих. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Толкование. Кто любит ближнего, тот исполняет закон. Поэтому каждый должен любить ближнего своего, потому что получает от него. И от любви к нему только благодеяний, что исполняет весь закон. Не сказал, дополняется, но заключается. То есть в этой заповеди сокращенно заключается весь состав заповедей. Ибо начало и конец добродетели есть любовь. Далее закон требует любви в высшей степени. Люби, говорит, ближнего, как самого себя. А Господь наш требует большего, внушив, чтобы мы любили ближнего более, нежели себя. Ибо научает полагать за друга душу. Иоанна 15:13. Толкование здесь неправильное. Выражено неправильно. Ближнего больше, чем самого себя. Это вопреки слов Господних. А что душу положить? Так ты еще ее положил-то. Ты наоборот ее возвел до неба. Как самого себя? И к этому приспособить такие слова никак не годится. Там же написано не больше, а как самого себя. Да, как себя, а тут да, больше себя. Тут, самого себя. Тут написано больше самого себя. Нет, я говорю, Христос этому написано. Не учил. Это невозможно. Превышение того, что написано. Видишь, он основывается на слове, что за ближнего положи душу свою. То есть ты свою не живешь, то в каком смысле-то положить? Мы оба приговоренные, но у меня есть шанс. Мы в камере находимся. Казнить будут. Я должен ему рассказать о Христе. А мне поставлена задача передо мной. Если ты никому не будешь говорить, верь про себя, как с Маркелином было. Мы тебя отпустим. Вот теперь я жертвую душу. Буду говорить, и он обратится. И мы вместе взойдем к Господу. За ближнего положить не так, что я за тебя убираю, чтобы ты теперь жил, блудил, шиковал на этой земле. Нет, конечно. Это все надо разъяснить. Я делаю это только для того, чтобы человек спасся. Вот сейчас патриоты везде, а России, погибла Россия. Как ее восставить? И ни один еще нигде не говорит, о чем Павел говорил. Желаю, говорит, что за ближних своих быть отлученным от Бога. Что, чтобы они приняли Христа. Вот какая мысль заложена, душу положить за Него. Туда идти нельзя, а я пройду. Хоть кто придет, погибнет. Я должен пойти и погибнуть, но возвестить о Христе, чтобы спасти его. По минному полю проползу. Спасение во Христе. И ради этого все.
Нас этому-то не учат. А вот как? А вот они души за други своя, и там молятся в Чечне, погибли в Афганистане, за други своя, с матерками на устах. Вот я сейчас смотрю, ну, видео, допустим, первое полугодие 2012 года. Кадры снятые, кадры на дорогах. Машина едет, но сейчас все время снимает, и вдруг бабах друг от друга-то. Другая развернулась, внесется, бах, еще ни одного, кажется, снимка не... Документальные все, то есть документальных таких отрывков, аварий. И везде матерки. Последние слова это у всех матерки. Да. А, и матерок на половине все. А то говорит, да может он покаялся. Да вот как раз покаялся. Еще раз говорю, почти все. Я, наверное, сотни посмотрел аварии какие. И ни разу, ну бывает, кто-то, так редко-редко, да, он ехал нормально, а его вынесло к нему навстречу, его ударил. А обычно сам туда залез. Сначала обгонять, где не надо, особенно на обгонах гибнут. Мой Бог, я с Ним и должен эту жизнь беречь для Бога, для Христа. А патриарх выступает и говорит, ну, это шкала ценностей, и вот тогда, от опоясе Богородицы, тогда мы будем понимать, что такое жизнь, жизнь с большой буквы. Откуда эти слова? Жизнь, да какая она, с маленькой буквы, какая она, другая жизнь, что ли? Жизнь с большой буквы, только я есть путь истинной жизни. Христос. Вот тут с большой буквы. Все, что его касается, и местоимение. Больше нигде нету. Все это обман. И он говорит и не говорит неправду. Почему я должен молчать? Его ролик. Я под ним пишу не так совсем. Ценность нашего Христа. И он говорит, гляжу, патриарх говорит, 5 минут, 10, 15, отвечает на вопрос. Слово Христос ни разу не произнес и Библия. Христос и Библия это для него табу. Нигде. Нигде. А вот надо так воспитывать, чтобы шкала ценностей была, совокупности, система, как и эгоист какой-то. Вот у тех все система где-то. Христос! Если люди не познают Бога, лучше бы не родиться. Если ты родился, не родился свыше. Социум. Ты вообще не родился. Социум он очень любит. Социум. О, как раз. Все время. А что он означает? Общество. Нужно Христа принять и жить во Христе. И все время просить, приди и вселись в нас, Дух Святой, чтобы чувствовать Бога, жить в Нем, для Бога. Интересно, вот я смотрю, судят кого? Ну, судят Квачкова. Ну, судят нормально, снимает рядом, он поднимает руки закованные, полковник ГРУ, поднимает, своих приветствует, стоит, нигде. А вот снимает кого-то преступников, они все за объектив хватаются, вырывают, они не хотят, чтобы снимали. Почему? Притом все одинаково. Его уже то япончика арестовали, отец, крестный отец мафии русской-то, его уже ведут в Америке, и там американский снимает, и он еще пнуть его пытается, видно, еще не может. Почему? Он преступник. Почему никогда за объектив патриархи не хватаются? Ни патриарх Алексей, никто не хватается. Все время в алтаре, внутри снимают. Внутри, как освещает престол, он рукой там разглаживает мир, налили это все. У нас приезжал один, Масленников Михаил-то. Ему что-то сказали, он говорит, а я в алтаре у патриарха снимаю. И кто-то что-то сказал, патриарх сказал, никогда не трогайте. Это все для будущего. Там ничего преступного нету. Вот и... Наш батюшка за столом сказал, чтобы ну, без благословения... Ну, он сказал, не... хозяин, сказал, так и делайте, как сказал. Но я говорю вообще, так, да, никому не в укор, я говорю, что вот такие люди, такого масштаба, и вот сидит Путин, не так сделал, где-то что-то, все заснято. И снимают с разных позиций. И вижу, сколько раз кидается драться Жириновский, и все стоит в пире. Все. И матерится там прямо, и все это стоит, и выпивает пьяный. И Путина этого, Медведева ведут, они два двухсторонного держат, он ноги подкашиваются пьяный. И все так и выставлено. Ничего. А вот показывали, Путин награждает наших молодых ученых за вклад в науку такой, что выходим на мировой уровень. Там и в медицине, и везде молодые, лет по 29, по 31. Там женщина одна, и... Три было молодых человека. И он так сначала официально ордена им дал, там какие-то, видать, премии. А потом неофициальная обстановка, ну, продолжают снимать, они вот так впереди сидят на стульях, а он говорит, к ним обращается, а тут перед ними это, ну, такой зал этот кремлевский, и там красиво все так в золоте, и тут люди, ну, высший ранг там и приглашенные. А потом
говорит, ну а теперь давайте поговорим с вами. Неофициально. Неофициально. Ну и тут же камера продолжает тут же снимать, и вот уже неофициально, и он такой спокойно подходит к нему и говорит, знаете, я, говорит, хочу вас в простоте спросить-то, у вас как называется вот ваше открытие-то? А тот говорит, что-то сверхпроводимость в каких-то пучках там, и так, ну, быстро сказал, а, ну и так спокойно, а он такой, так, Путин, а что это нам даст-то? Он мне понравился. Понравился. То есть живое такое общение, а тот, ну что нам даст? Такой раз подумал, знаете, это очень большая область применения, ну и космическая промышленность, конечно, в медицине во многих там отраслях это все пройдет, и там операции, все. И там еще часть там, ну и в конструкторском там что-то такое. Путин такой, ну ладно, вроде устраивает его. И дальше спрашивает. Тут живая беседа, и все снимают, и ничего. А вот вчера показывают, он выступает перед родителями о ювенальной юстиции. Да. Прошел какой-то опрос большой очень. Несколько там было, десятков тысяч человек участвуют. 76%, и такой вопрос был такой. Где все-таки лучше сохранить ребенка? Ну пошли вот эти вот, все вот это, Смирнов выступил, многие там дебаты, что детей государство не может все равно сохранить. То есть детей отбирают, а куда их отдают-то? И он говорит, ну это, говорит, и 76% людей показывают круг этот, 76% показывают пирог, да. Что люди сказали, только в семье можно ребенка все-таки сохранить. И 16% красное государство. Такое государство. Это пьяницы. Остальные, да, ну которые. И он вышел, и там вышел Иванов, он же сейчас где-то что-то там, ну тут это, и говорит, а перед родителями, все родители там, кто из разных комитетов родительских по всей стране собрались в этом зале в Москве. И все, кого коснулось это вот этот закон ювенальный, кого там детей забирали, или участвовали, или так далее. И из детских домов тоже вот собрались. И сидят полный зал там, ну, наверное, тысячи несколько. И тут раз Путин выходит, и этот Иванов. Мы думали, что сами будем разбираться. Ну вот, Владимир Владимирович решил сам появиться. И он такой раз подходит к микрофону, такой быстро так из-за кулисы. Знаете, я не мог этот форум этот пропустить. Это очень важный вопрос, вы знаете. Это я сейчас тут кое-какие наработки у меня, раз к другому микрофону подошел и начал читать. И все так толково, все по делу. И таким своим языком рассказывает уже. Видать, он так быстро подготавливается. Или это все так, вот я все смотрю. Или команда сердце работает. Или его сердце так касается. Или вот, и он сам себе на высшем уровне, он придумал вот такой вот живой разговорный правительственный язык. Вот ближе к Горбачевскому. Ну как-то поменьше уже воды, хотя бывает они льют воды тоже много, когда финансы. А здесь он все толково и все рассказывает. И говорит, ну раз уж, говорит, тут такие дебаты пошли в обществе, это мы не можем, говорит, просто так оставить. И я вас заверяю, что вот все, что здесь есть, и сейчас мы, говорит, с вами это все будем это разбирать. Все это будет учтено, и в конечном итоге мы, говорит, будем делать так, как наше общество желает. И говорит, в других разных вопросах, говорит, пожалуйста, говорит, давайте так же собираться. Он показывает ролик один. А вот жестокая путинская охрана захватывает. Я сразу раз и жду, посмотрю, как она, охрана, обращается. Ну, он стоит, Путин, там народ. И тут стоят мужчины, непонятно, что они стоят перед ним. Это охрана его, оказывается. А далеко, видно, идет мужчина, идет с портфелем. Никто же не знает, что у него в портфеле-то. Да. Но в другой он несет какую-то бумагу. Раджива Ганди-то как убили-то? Да. Угу. Подошла женщина, девушка, он каких любит, такая подошла. И когда она наклонилась, у нее там прибор сзади. В момент наклона наступает взрыв. И когда она поклонилась перед ним, в это время взорвалось, и его убило. А сзади банты у них такие? Да, ну, стояла что-то у нее там, да. Какая-то штуковина такая. И вот здесь я думаю, посмотрю, что у него за охрана. Стоят нормально, мужик идет, приближается. Мужику, может быть, лет 35. Сухощавое такое лицо, ну не разберешь, а когда ближе стал подходить, у него что-то такое на лице прям написано, извинительное, такое, я не хочу, но простите меня, как бы он, говорящее лицо такое, очень сильно там. И его сразу охрана, стоп, не толкает, не бьет, а только рукой так, какая жестокость, для чего они поставлены, они обязаны первое лицо государства хранить. Да. И в это время мужик уже почти добрался, и он что-то говорит, и на лице такая извинительная у него полуулыбка, такая как бы с унижением совсем это написано.
Ну, любые бы сказали подхалим, а то еще не под, там не другое слово. Именно он вызвать расположение его. Видно, такая жалостливая улыбка. И он подает ему, Путин сразу, пропустите. Он, мужик, начинает говорить, открывает портфель, что-то вынимает. Путин внимательно смотрит, так, еще что-то, так, пойдем. И вот с собой, и охрана остается здесь, видимо, назад. Вот жестокая. И вот я где встречаю в интернете, там, Путин вот там-то, там-то, не так, я захожу, он не брат мне. Но я еще ни разу не нашел, где он... Говорил бы такое, чтобы стоило вот такими словами его называть, как они называют. Он ребенку, если был, ну правда, ребенок маленький, ну так вот, мальчик, то он взял, ему живот поцеловал. Это гомосексуалист, Путин. Путин гомосексуалист. Это, понимаешь, это вообще даже высказать нельзя. Ребенка поцеловал в животик. Стоит ребенок, захохотал, ну ребенок-то маленький совсем. Это пидор настоящий. И что? Такие слова. Безумие полное. Я его ни хвалить, ни хаять не хочу. Ну, должно же отвечать за свои слова. Он сделал, разложил армию. Но это другая тема. Разложил, сдают страну, войска НАТО. Это другое. Ну, когда ничего этого нет. Он разговаривает с народом. И ничего нету предосудительного. Открытый взгляд, смело говорит. Говорит по делу. По делу, то есть говорит, а ничего не делает. Ну и все. Его не за что обзывать-то совсем. А я думаю, все, которые люди так делают, они о нем не молятся. Вот и все. Больше ничего нет. А если ты сейчас молился, стоял, то у тебя язык не повернется. Хулу говорить. А почему, вопрос возникает, почему Ленина, вот того, кого надо было так вот поносить, чего его не поносили-то? Харизма особая, как у Гитлера. Ну вот и все. И так это бывает такой человек раз в тысячу лет. Вот он один за тысячу лет нам и принес в нашу христианскую страну убийство. Вот сейчас, когда выступают старые, которые остались во времена Гитлера. Да, она говорит, да, я была в Гитлер-Югенд, да. Но она уже все, уже осужденная фашизма. Я его по-прежнему люблю. И начинают объяснять, почему они любили, почему они в него поверили. Поверили как в мессию. Германия пропала как государство, и поднять в короткий период времени, на первое место в мире вывести, по всем отраслям, эта вещь никому не удавалось еще. И при том, законным путем, выбором, он не революцию же делал, там, революция у него не прошла, мятеж. И нужно отдать должное. Выступает недавно один, а Гитлер говорит, да, это понятно, сатана, но ведь хорошее это было, надо взять. Еще почему мы не можем страну вывести из этого кризиса? Потому что нет человека с таким талантом, именно вот в этом вопросе восстановления страны, не войны. Он же без войны ее сначала сделал большой-то. Потом только уже... 34-й год показывает, видели же этот документальный фильм? Трудовую армию сделал. 10 стих. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Толкование. Когда говорит, что любовь не делает ближнему зла, означает, что она есть воздержание от зла. А словами «любовь есть исполнение закона» указывает, что она есть делание добра. Итак, любовь совершает в нас добродетель, указываемую законом во всей ее полноте. Дальше читаем. 11 стих. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Вот впереди говорилось о любви. И, кажется, тема, которая разъяснения требует. О, это самый большой труд. Жене-то, женщине-то легче. Я еще слушаться только. Ей вообще не надо мозгами шевелить. Что сказали, исполняй, все сказал, оба свари, сварила, подмела, подмела. То есть, вообще, как служанка. Ничего нет. Послушайте. А мужу любить, какая бы она ни была. Не просто терпеть, не разводиться, другую любовницу не заводить, а любить. Ты можешь день и ночь молиться, а любви нету, потому что она каждый день против делает, против, против. А у тебя заповедь остается одна и та же. Любить, любить, любить. Как ее любить? А вот в этом и заключается. Что-то сурово с женой, надо вот так, там учат где-то. Лекарства разные, бывают и горькие лекарства. Но она осознает или нет? Так она понимает, что с ней правильно поступает, но не сразу, через день там, допустим. Но она понимает это. Почему ты со стороны этого не понимаешь, да еще и поносишь? А вот если бы так, так, ну и на своей женой потрудись, чтобы она рано вставала на молитву. Рано вставала. Я уж на что знаю грозных мужей-то, а жену поднять не могут. И ничего не сделаешь с ней.
Она будет намащиваться и все. А какой выход? Молитва. Я рассказываю, вот у меня Володя, он все знает. Если я умру, он обо мне даст репортаж. Утром у нас порядок такой, мы встаем в 4:40. Сергей Павлович, спасибо Господи, звонит звонок. А мы до звонка уже, бывает, что звонок поднимет. Все время звонит, я ему благодарен за это. В этом Володя идет, я на улицу не иду, я в избе остаюсь. Он выносит горшок наш ночной. Вот. Надежда Васильевна дает звонок, и она заходит, и дальше мы начинаем молиться. Уже бывает 5 минут, а бывает 4 минуты, мы успели уложиться. Уже мы на молитве. 44 минуты, 45, это мы стали на молитву. И я записываю, значит, первое, семипоклонный начал, потом сразу Царю Небесный, и дальше я дочитываю до конца это все. Вот. А тогда Володя берет, читает одну славу. На одну славу уходит 4,5 минуты. Ну, третья часть кафизма. А потом считает утренние молитвы три. Христу, Богородице, Ангелу-Хранителю Богородице. Вот. И после этого я начинаю тогда считать молитву, Богородица, ну и прочее. Спасибо, Господи, люди твои. И поминаю всех священников, патриархов, президентов разных. Об еврейском народе, об японском мы отдельно молимся. Об изобретателях, которые облегчили жизнь. Ну, а в Невзорове, там, о Стерлигове, то есть это о всех каждое утро мы молимся. О ком мы говорили? О Горбачеве. Мы молимся. Вот мы помолились, а после этого сразу переходим. А, опять семипоклонный начал, а потом 100 поклонов, и потом с поднятием рук благодарим Бога. И на все про все у нас уходит 54 минуты. На все про все плюс сюда входит утреннее чтение Нового Завета с толкованием блаженного Феофилакта. Вот в чем дело. И на это, на чтение еще минут 20. Это вместе с 20 этими минутами даже часа нету. Даже часа нет. И когда в этом распорядке ты живешь, и жена это поддерживает, жена идет, сколько у тебя тогда радости на день. И она начинает что-то, ну, как говорится, ворчать, там, бухтеть. Я ее сразу... Этого нельзя. Ты сейчас замолчи. Не может. А могла бы скотчем рот себе заклеить? Нет. Она не может. Ей надо сказать и упрекнуть. Володя, на молитву. Мы сразу на молитву, 100 поклонов, 3 святое. И она тоже становится. Так молились, села, опять дальше слушать, и она опять начинает бухтеть. Мы опять на молитву, 100 поклонов, гляжу, она уже потише. Уже она выходит в другую комнату, уже у дверей, и еще охота ей кольнуть на выходе. Стоп, я молился. И опять третий раз помолились, она теперь ждет, когда кончится, она шмыгнула за дверь, больше ни слова нет. Все. Вот это, да. Это представь себе, мы 300 поклонов положили, мы помолились, конкретная цель, а усмирение языка, дарование смирения, а после она уже в обед там пишет записку, какая такой пирог спекла, спаси Христос, я там всем погибаю, там, вы меня спасаете, тут так. Она не может ничего с собой сделать, это беснование. Это буйное беснование. И это другим словом никак. Вот и все. А так вот один раз звезданул ее по-чеченски-то. И все. Расколол ее, говорит, до заднего места, и все. А вот нет. А вот молитва. И она приходит в обед. И что ты думаешь, она с пирогом? И говорит, давай помолимся еще раз. Дороже всяких пирогов. Размощали ли? Это у меня вот один только свидетель есть. Покажи сам себя-то хоть. Да показал уже. Можно вопрос? Давай, погромче. В Библии написаны такие слова: будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Вот как вот нежность? Вот что значит нежность между братьями? Вот как это понять? Да, давай, повтори еще. Подожди. Нежность, и сестра хочет. Говорит, будьте братолюбивы с нежностью. Это ко всем. Это не к жене только. Братолюбивы, брата, не сестролюбивые. Ко всем с нежностью. Не просто бросил ему. Как в житиях там пишет в одном. Он был злой такой человек. А вот когда умер, увидели, что он спасся. А за что? А он булочник был. И нищий, когда просил, ну пристал, ну да, я 2 дня не ел ничего. А он везет полный воз калачей. То он схватил калач, как бросил, да отстань ты от меня, собака. Тот поймал калач, то вцепился в него, поел. Этот калач послужил ему во спасение тому злому. Да не может это послужить. С нежностью, с любовью. Он остановил бы, да еще на телегу посадил бы. Да еще дал бы ему на дорогу, как отец Дмитрий Смирнов говорит. С нежностью. Вот это трудное, трудное очень. Вот я поэтому и спрашиваю. Понимаешь, ты по отношению другого говори. Я могу понять твой вопрос, что ты все время ищешь, чтобы к тебе относились с нежностью. Не,
Нет, Игнатий Иванович, мне бы очень хотелось, чтобы вы с батюшкой друг к другу с нежностью отнеслись. Вот сегодня вы с ним так цапнулись, что мы просто у меня, например, колотушка началась, у меня коленки задрожали. А ты чего в это время делала? Игнатий Иванович, вы знаете, очень тяжело это все слышать, как вы ссоритесь со своим родным братом и тем более священником. Ну, сказал очень вам, слушай, во-первых, я не спорю. Ссоритесь? Откуда вы это берете слова? Ты понимаешь, сейчас я объясняю. Дай мне ее увидеть. Так, я никогда не спорю, заметьте. Ссоритесь. Она сказала ссоритесь. Ссоритесь. Тоже неправильно. Никакой ссоры нет. Рабочий момент. Мне отвечают не на вопрос. И я говорю, я не этот вопрос задал. У нас легко это проиграть, записано все. Я вопрос задал, а отвечают совсем о другом. Вам по-вашему, что было, я не прошу этого. Зачем на меня это гнать такую волну? Наводить-то. Я сказал, что мы должны получить или объяснить хотя бы. Я по-другому ставил вопрос. Как ты понимаешь? Я этим вот, то есть не касается никого. Как ты понимаешь, а почему тот-то не отвечает? Вот и все на этом. Я всегда перекидываю к себе вопрос. А тебе бы ответили как? Я его ответил. Я ответил. Он не отвечает, потому что находится уже в Московской патриархии. Они по-другому не могут. И страх друг перед другом. Тут ничего нет, кроме простого человеческого страха. Так он не получал. Получал, уже узнали. Получал. Сведения совершенно свежие. Получал. Получал, ответа не дал. Во-первых, положительного ответа он нам дать не может. Если он дает, то он должен сразу предвидеть второй вопрос. Итак, вы наш архиерей, законный архиерей. Мы просим рукоположить нашего кандидата. Мы его завтра посылаем. Совершенно ненормальная обстановка. Наш архиерей, наш епископ и не может нам никого рукоположить. Евтихий 5 лет был. Да где же это видано такое? Когда один священник и тот больной, может сказать, при смерти. И нельзя никого руку положить. Да? Где-то видно такое-то. Да, они играют этим. И поэтому Игорь здесь абсолютно прав. Не в правильной форме он подавал это. Но говорил-то он по делу. Спокойно, выдержанно. Мы заявляем, что мы ваши духовные чада. Согласно канонам. И поэтому мы просим дать ответ. Что нам дальше делать-то? Мы не просим ни положительный, ни отрицательный. Воле Божией мы молимся. И через вас Бог ответит. Но через вас Бог не ответит, такого не может быть. Потому что да и нет есть только, а все остальное от лукавого. Христос не сказал, ответит, не ответит, но это от Бога. Такого нет. Требующему вас отчета дать ответ с кротостью и благоговением. Тебе не нравится ссориться, протри глаза. Этот ссор уйдет. Да эта женщина никогда не протрет. Я говорю то, что вам никто не скажет. Поэтому мне это не чужой человек, а брат родной. И не чужой, а мой духовный отец. И не чужое, а мое духовное чадо, которое от меня обратилось. Услышал, Евангелие получил. Здесь все необычное, и поэтому необычный и подход. Пока не надо ничего, спорить уже не надо. Все, я объяснил. Вопрос-ответ, пока идем дальше. Вопрос, подержи маленько, потом второй вопрос будет. Нет. Я ответил как. И в судный день откроется, кто был прав. Внутри себя, если ты верующий, ты не можешь не понимать, что ответ должен был быть. Ответ не дают люди, которые чего-то боятся или которым все равно. Я примеры говорю. Прокуратура отвечает, администрация отвечает, милиция отвечает, епархия местная никогда не отвечает. Писал Павел, которого раздел, ограбил епископ и так ответа ни одного не дал. Что, нормально? А в суд подавать не можешь, такой закон. Но тут ее вопрос-то был с нежностью. Она хочет сказать, хотела сказать так, что вы должны даже любой вопрос с нежностью его как-то вот, понимаете? Я считаю, любой что вопрос. Сказал правильно я. И поступаю я с нежностью. Вот. Я сказал для будущего. Ответ. Ответ головой не крути, это нехорошо. Иначе нехорошее действие будет. Ты задала ответ и должна принять этот ответ. Я тебя основал в Священном Писании. А они отвечают вопреки Священному Писанию. Это не идет. А молчание, он промолчал. Молчанием Бог предается. Ну, Григорий Богослов. Тут сестры, вот они говорят одновременно с вами. Так не надо говорить. Но я их мнение сейчас... я не слышал. Вот, сейчас я просто объясню, что они говорят, подняв руку. Речь шла о том, что... был пускай скажет. Да. Разговор шел... Нет, я уже говорю, извини. Разговор шел на повышенных тонах, с криком. И сестры, которые... Ну,
не в мужской части, вот мы, мужики, может быть, это нормальная форма общения, для них это сердце касается, что как это братья друг на друга кричат. Хотя внутри вы могли быть вполне нежным, вполне это, но это чего? Выглядело как какая-то грубая ссора. Вот так, отвечаю. Остается все так, как было. Но это мое, но не ваше. Я отвечаю за свои слова, вы отвечаете за свое молчание. Я говорю громко, мне это простимо, я глухой. Глухие все разговаривают громко. Другой, если говорил, он отвечает по-другому за свое. Мне не надо, что я повышал, не повышал голос, я всегда так говорю, чтобы мне слышать свой голос. Это, ну, признак глухоты. Глухие они не могут разговаривать, у них этого нету, это, ну, так положено. Вот человек, который не видит ничего, он надевает очки, мы же не спорим с ним, почему ты в очках, а я без очков. Я слышу, я сказал по делу. Не по делу, вот эта интонация, это женское все. Мужчины на это никогда не смотрят. Я говорю по делу. И все, а то не такое, да вот если бы по-другому сказал, тогда была бы польза какая. Ты промолчал по-другому, и какая польза? Я сказал по-другому. Достигло оно или нет, я сказал громко. Говори тихо, нигде в Писании нет. Написано, возвысь голос свой, взывай громко на холмах и горах. Взывай громко. И все. Я тебе по Писанию покажу, ты ничего не покажешь свою защиту. Я не говорю, что так и надо разговаривать. Это мне так. Если я говорю, я его вызываю на такой же тихий говор, я ни одного слова уже не слышу. И благодарение Богу, что он в том же тембре мне ответил. То есть не ответил. Я хочу еще сказать, вот, продолжая комментарий Игнатия на эту тему. Ну, 2002 год, приехал епископ Евтихий. Я задаю вопрос. Я ничего... Вот как сейчас Игнатий стал и задал вопрос. Я задаю вопрос. Заметьте, реакция точно такая, только многих уже нету из старушек. Кто умер, а кто просто ушел. Реакция точно такая же. Прошло, получается, уже почти 11 с половиной лет после того памятного приезда епископа. Я задаю вопрос. Вы никто не помните его же. Я его помню, я задал. Я задаю вопрос. Что будет с нами, владыка? Владыке было, как говорится, ну, ему простительно было не понять мой вопрос. Вам-то было непростительно не понять мой вопрос. Я же его от вашего имени задавал с нежностью. Ну, что вы бы не задали сами. Во-первых, у вас не хватило бы уровня сознания. Ну, во-вторых, у вас бы вы не в том ранге стоите. А я был в том, я чтец уже был. И я задал вопрос. Владыка, а с нами-то что будет? Мы объединяемся. Владыка это, с батюшкой вместе спрашивает. Какого ты лешего... Ну, туда-сюда залез-то с этим вопросом. Что тебе надо? Батюшка отвечает. Я говорю, батюшка, я все понял, вы ответили мне. Теперь я продолжаю, ну, скажу почему. Потому что мы ходим по квартирам, мы как раз начали ходить по квартирам. И нас везде называют раскольниками и еретиками. Зарубежную церковь поносят. Как мы можем объединяться, если здесь зарубежную церковь каждая собака православная тычет в раскольники? Что, предатели какие-то? Как так? А владыка, как будто ничего не зная, начинает говорить. Да я знаю, как ты там проповедуешь. И вот так начал тут танец какого-то, ну, маленького лебедя производить. И все радостно засмеялись. Скажите, это что за смех был? Это массовое беснование было или мне показалось одному? Что смеяться, владыка, он показал, ну показал кое-что. А я что, так проповедую, что ли, как он показал? И я с вами почти со всеми ходил на благовестие, и вы меня знаете. И я что вам, шут гороховый, что ли, когда говорю о Христе? И вы все радостно смеетесь. Сестры, у вас беснование при виде священноначалия. Вы дома молитесь, чтобы к братьям простым относиться не с такой горделивой высоты, как вы себя возвышаете над нами. Вы с нами ходили на благовестие, не мы с вами. Не вы ходите на благовестие, мы ведем вас, сестры. И вы такое, чего не могли сказать, кто хоть одна бы встала и сказала, владыка, но это же от нас вопрос, действительно, а вот что будет, если вот у нас не получится? Ну давайте обыграем эту ситуацию. Но почему тогда не стали обыгрывать ее? Обыграли бы, уже бы было что-то, может быть. Все оставили, как было, а теперь Игнатий Тихонович тогда промолчал. Он говорит, ты не прав был, что дальше полез, не надо было лезть, он меня все уговаривал. Я же молчал, и он сидел, молчал. И вы что, хоть желаете, чтобы он теперь и уже в гробовую доску ушел и все молчал? Да я все на него удивляюсь, какое терпение. Я даже думал своим коротким умом собачьим,
что он вообще хочет в московскую иерархию переходить. У меня к нему отношение начало меняться. Согласен. Я уже ему, я уже к батюшке, батюшку, ну так потихоньку, батюшка непонятно. И к Игнату Тихоновичу уже, он тоже как-то, потом уже, хорошо мы тут рядом, близко, летом что-то собрались, как-то, ну такой у нас был это разговор, я говорю, Игнат Тихонович, вы точно можете сказать, мы перейдем в московскую патриархию или нет? И он мне говорит, и таким, ну, ответил так, и говорит, как мы можем туда перейти, ты что, ты сам не понимаешь-то? Ну, и я тут понял, думаю, ну слава тебе, Господи, думаю, ну как же так? Не видел, а почему? Потому что он молчал, сколько ему еще молчать-то уже? Ну уже батюшка сердцем, вот батюшка не был бы сердцем, он бы еще, может, молчал. Но у батюшки-то уже и сердце тоже. Мне кто должен нежность-то сейчас проявить-то к нам? Так я поясню это сейчас. Видите как, вот когда люди, бывает, что-то уходят или где-то, я любого, когда встречаю, скажите, вот мы когда познакомились, вы меня знали, я такой же был? Ну, такой, но вы не так как-то более нежно обращались тогда. Mm-hmm. То есть он скрылся. Розовый куст, издалека только запах, идет шипы, так уже не видать. А когда рядом об розы, ты обколешься. Ладно. Я говорю, а ты изменился, да? Тогда ты выходит, твоя причина, то ухода и прочее здесь. Вот Евтихий был, когда там, в Жарданвилле, и он там выступил, и его речь напечатана, она у меня в книгах есть. И он говорит о московской патриархии. Вот сейчас говорит кто-то нам, вы только не трожьте московскую патриархию. Все время долбили. Да. И он там говорит полностью о московской патриархии, как они говорят. И Евтихий говорит, все время лгут, они на нас натравливают, называют еретиками. Но они же знали прекрасно. А когда объединились, никакой ереси нет объединения. Расколники, от раскола нигде нет. Ну прям приняли, митрополит был и остался. Епископ был и Тихий, такой остался. То есть они как угодно будут называть, это лживая, прилживая организация, патриархия, образованная Берией и Сталином. В основании лежит не та дойная корова, не то вымя. И с кем объединяться-то? Вот, допустим, я сегодня сказал, я с ними, и завтра мы к Максиму пошли. А нам идти на благовестие. Все это кончилось сразу и раз и навсегда. Они уже заранее, еще не убив медведя, ободрали шкуру. Тогда должны просить у него благовестие, это благословение. А как? А что вы там будете говорить? Я ему должен как уполномоченному напечатать и говорить. Он не знает, что такое духовное служение, евангельская вера, он понятия епископ не имеет. И я должен идти теперь горбатиться за каждым шагом к нему. Так Евтихий еще не задолго до объединения, еще перед тем, как поехать, он такое обличительное воззвание дал против патриархии. А там у него, в ночь перед голосованием, он перевернул все в себе. Он перевернул, не мы. И это все напечатано у меня было. И к нему наутро, с кем он беседовал вечером-то? А он говорит, а мне было ночью откровение, ссылается не на Писание, не на то, что он 10 с лишним лет учил не так, а в одну ночь откровение. Было оно или не было откровения у Мухаммада, но только куда это все зашло. И мы это приняли, что они там пошли, отголосовали, но не было слов об объединении. Они теперь еще лгут дальше. О каноническом признании, что их литургия действительно, так мы это и признавали всегда. Нам это объединение, это признание ничего не дало, мы такие были, мы заранее уже были на это. Они на нас не повлияли, я им говорил, они этот вариант не прорабатывают, что и признают, и не объединяются, и никуда не уходят. Вот эти три пункта везде сыграли ту роль, что все ушли к Агафангелу, к Антонию, там 13 вертию юрисдикции везде, а мы никуда не идем. Мы принадлежим к Русской Православной Зарубежной Церкви до сегодняшнего дня, до 10 февраля 2013 года, до воскресного дня. А как будет дальше? Теперь его вопрос, вот, брата Игоря. Я ему отвечаю сейчас. Да. Ну, мысленно проигрываю. Чтобы ответить, я епископ. Епископ, ну, батюшка против епископа-то ни слова не скажет. Он молчит, я буду говорить сейчас, я епископ. Когда мне сказали, что бы вы сделали будущим патриархом, я стал говорить, а стали люди спорить. Я говорю, как вы умеете спорить о патриарх? Вы же меня патриархом уже избрали. Молчать. Я отвечаю. Вот как будет дальше, я скажу, братья, мы сами даже этого не знаем. Такого в мировой практике за 2000 лет еще не было никогда. Просто так бросить вас, это проще всего вычеркнуть из реестра общей зарубежной церкви. Православные. Этого не было никогда, чтобы ни в чем не провинившихся бросить. Этого никогда не было. Отнять священника, отнять епископы. Но даже отнимет епископа, мы все равно остаемся церковью. Доколе есть священник.
А нет, мы к священника не будет, мы будем приходить в Московскую патриархию и причащаться. Мы их признаем. Благодатность Московской патриархии, мы совершенно неуязвимы для них. Мы ходили, дети причащались, мы подходим под благословение. А они не проходили такого. И у него в мозгах ямки такой нет, куда шарику закатиться. Как Солженицын говорит. И поэтому наша позиция была озвучена еще тогда, когда на собор не поехали. Мы объяснили все, написали и отправили. Мы абсолютно категорически против всякого объединения. Но пока собор не прошел, мы сейчас, две общины, будем молиться, чтобы Бог, и все думают, сейчас они будут, чтобы патриарх переменился. Нет, мы будем молиться о том, чтобы нам смириться перед принятым решением на соборе. Чтобы мы не забунтовали. Я говорю открытым текстом, интересно? Не забунтовали. И не выродили в секту. Все так, в секту, не секту, я говорю, чтобы не выродились. Прям хватается за каждое слово везде. Чтобы не выродиться в секту. И мы об этом молились, и Бог нас так и сохранил по молитве. А на молитву это я вас наставлял. Молитесь, чтобы Бог нас смирил. И мы смиренно это все приняли. Но в патриархии мы никогда не пойдем, если будем понимать евангельскую веру. Там все на лжи основано, все. Даже собор с участием мирян, они все это отмели. Они архиерейским собором заменили глаз Божий, глаз, который идет через народ. Они это отвергли. Они боятся по жребию избирать патриарха, как избирали патриарха Тихона. Три кандидатуры, на первом месте это Антоний был. А Тихон-то на третьем месте был, а его Господь избрал. И призвали этого схитом монаха слепого Алексея, и он запустил руку там куда, не знаю, в шапку, в корзину, в карман. И вытащил. Патриарха его возгласили, вся Руси и патриарх. Кирилл не допустил ни под каким видом. Почему? Потому что все это, как сейчас, это эти грязные, враждебные выборы прошли по выбору президента-то. Целыми пачками находили. Они тоже печатают и туда сбрасывают, а теперь считают. Это все показано, все заснято. Там уже процессы какие шли, но выбрали. И мне-то разницы нет. Но у нас-то по-другому, мы же верующие. А патриарх поставил какие условия? Если бы он поставил такие условия, в патриархе может быть избран человек только духовно рожденный. Первое. Второе. В патриархе может быть человек избран, который нигде не замешан был в грехах смертных. Третье. Чтобы этот человек искал, ратовал за евангельскую веру, чтобы быть водимым Духом Божьим. Все. Больше ничего не надо. Он бы на пушечный выстрел сегодняшний патриарх не подошел даже туда. А он поставил так. Избрание идет только из архиереев. Священников всех отмели. Мирян всех отмели. Миллионы людей. А там в них Дух Божий нет. Их это не касается. Он сузил круг поиска только до этих кандидатов. Дальше он еще больше сужает. У кого есть опыт канцелярской работы, канцелярская там своё, по-другому называют там, не меньше там, допустим, 20 лет, как Брежнев придумал, 50 лет пребывания в Компартии. Самое длинное было, кому бесплатно, да, без очереди билеты в кассе продавать-то, помните, было? Герои труда, герои Советского Союза, дальше, кто состоит членом КПСС не менее 50 лет, там, вот, строчка за строчкой. Это точно по тому пути пошел. И, конечно, он сузил до 3 человек, таких нашелось только 3. А из 3 одного сразу предупредили, тебе так на покое, и завтра будешь почтить. Так, я снимаю свою кандидатуру, все, осталось 2. А уже все заранее выбраны, он не верит в Бога. Вот снимок идет патриарх, вокруг него стрелками показана охрана. 7 человек, остальные там дальше стоят. 7. И написано, Кирюша не надеется на Бога. Народ это все видит и все знает. На Бога-то, если бы ты надеялся, тебе бы ни одного их не надо было. От своего народа не надо прятаться. А если Бог решил погубить, как Кеннеди, 1500 было охранников, 1500. И никто не помог. Череп снесли. До сих пор не знаю. Поэтому и вот этот епископ наш, он бы должен был бы ответить так. Ребята, братья и сестры, я ведь не знаю, как это. И Илларион сейчас еще, давайте подождем мы. Время еще ускорять-то. То есть сказал бы те слова, которые сегодня батюшка сказал. Батюшки на сегодняшние слова, они опоздали на 7 лет. Вот тогда они были к месту, а сегодня нельзя. Это уже прошел тот период времени. Ну нельзя говорить ням-ням человеку, которому 15 лет. Да, это когда ребенок в люльке лежит, ням-ням еще может говорить. Вот как надо было. И сказать, не знаем, братья, мы не встречали такого в мировой практике. Но с моей стороны, я постараюсь
что могу сделать, чтобы вас сохранило? Вы патриархию не хотите? Мы говорим, нет. Да я и то думаю, вам там не ужиться. Он мог бы ответить так. Но нет, заранее его выступление было обречено. Он не просчитал, я ему тоже сказал, не надо сейчас. Они не знают. Они не знают. Тем более, такой приехал епископ, говорит, он не знает. Он и не знает и по сегодняшний день. Мы у него были, и он не знает. А теперь, тем более, я говорю, я только считаюсь епископом, а я настоятель там Богоявленского какого собора, высшими. Вот как дело так стоит. Тут совесть первичнее Евангелия должна быть. А с этим туговато. Разве по совести они поступают с нами? Нет. По совести не отвечают. Я уж не говорю там по Евангелию. Совесть первичнее всего должна быть. И ответ должен быть четкий и ясный, чтобы мы видели, что мы разговариваем с совершенными мужами, а не мямлями, не таракани психологии, в щель забиться и ждать кипятка. Мы неуязвимы для них. Конечно, если так ограничит, об этом не говорит. Патриархия не говорит. Нас туда толкают, а патриархия не говорит. О ком не говорит? О Муссолини? Что за ограничения такие? Ограничение должно быть одно. Говорить только правду, ничего кроме правды. Все. Другого не надо. За неправду ты ответишь перед Богом. Другого не надо. Тему изберем мы. И обстановка подскажет, и Дух Святой положит на сердце. Давай считай дальше еще. Все уже, наверное. Все, да. Время? Сколько это? Полтора часа. Закончилось? Время уже 3 часа. Нет, не 3 часа, полтора часа прошло. Иногда говорят, вот мы собрались, смотрим толкование блаженного Феофилакта, а вы разговариваете еще о чем-то. Знаете, не набивайте голову сверх меры. Голова, говорит, может быть, как земной шар, а сердце как песчинка. Вы сердце расширите. Мы говорим о том, важном для нас. И в спасение играть не надо, это слишком серьезно. Игорь Тимович, сегодня мы говорили о власти, которая дана от Бога. Вот определите конкретно, вопрос у меня такой на пасашок. Определите конкретно, что есть власть, что есть антивласть. Власть, которая дальше дается объяснение, она награждает делающих добро и наказывает делающих зло. Там же определитель не мой. Вот и все. Когда наоборот перевернуто, как вот советская власть началась, подряд дворян, казачество, то всех, которые самые добрые люди были, самые крестьянство уничтожали. Кулак это зажиточный, не пьяница был. Это антивласть. Там написано, власть для того, чтобы награждать делающих добро, делай добро, и ты будешь... Тут наоборот, чем он лучше делал добро, многим жертвовал, тем быстрее под нож шел. Вот это антивласть. Вот сегодня сказать я не могу, что это антивласть. Сегодня я не могу. Я если делаю добро, значит, как-то оно возвращается. У меня да, хорошее... Маете дали вам даже. Да. За ту власть. Даже вообразить нельзя. Я молюсь в своем доме, а землю эту оприходовали. Вот. Я не знаю. Я не... Знаете, люди не понимают, вот я когда говорю, а вы что так против евреев? Была еврейка у нас. Я говорю, а где? Так а вы сказали, что Бог ошибся и избрал эту нацию. Я не так сказал. Я сказал, когда смотришь на историю еврейского народа, то поневоле впадаешь в мысль, что ну не ошибся ли Бог избрав. То есть я в извинительном наклонении с минусом веду. Условно наклонение. Да. Не ошибся ли? Он говорит, пришел не к погибающим, а к погибшим овцам Израиля. Они погибшие. Он пришел в дохлый овчарник, там никого нету. И он погибшие. Погибшие это значит, сдохли овцы-то. Теперь я говорю, евреев нельзя проклинать. Евреев нужно только благословлять. У, ты еврейский прихвостень. Ты только за евреев. Невинная фамилия такая, не Лапкин, а Лапкинаус как-то. Уже начинают подыгрывать там. Сука Лапкин там или еще что-то. Да нет, я обыкновенный русский человек. Но евреи не проклинай. Люди не могут никак сориентироваться. Не проклинай, а благословляй. А как их благословлять? Они и так все захватили. Все захватили, кроме Христа. У них да. Нет Христа. Я должен молиться, чтобы они его приняли... Покорились. От них Христос, поэтому и благословлять их. Да, вот и все. Понятно? Да. Спасибо, Христос. А то у вас какая-то раздвоенность, мне говорят, я всегда добавляю, расстроенность, не раздвоенность. Я знаю, как должно быть, как оно идет и как должен я. Вот эти 3 пункта я должен соединить. Игорь, быть выдержанным. Что-то говорят? Вы под запись сделайте, что я еще должен. Мы там уже священника выбирали. Наташа, приходьки, поклон. Ну давайте. Давайте помолимся. Да, не забыть сказать Наташе, передать, если про Манилу приходь. Кто с ней связан-то? Чтобы сообщили, что мы на YouTube все выставляем. Чтобы она знала. Мария Яковлевна, надо ей позвонить. Ну, надо позвонить и сказать, чтобы она на YouTube заходила.
А Юля, она как выйдет? Я вообще в черном списке. Ну выйди на кого-то, она скажи, там уже 313 роликов. 913. Да она в черном списке. Она Мария Яковлевна. Мария Яковлевна только. А я думал, что Галя Загуляева тоже. Ну можно через надеяться. Галю. Ну Галя не будет. Она... Не будет. Ну, одно Мария Яковлевна, она дать попросит. Знать. Придет она, не придет, это нас не касается. Дать знать. Да. Что наша это любовь, это есть любовь. Ну, слишком большое сокровище, можно. Чтобы она там знала, находила утешение. Сейчас Ольга с Таиланда приедет, и она свяжется с ней. Она а через ну пусть через нее как-то, звали. Чтобы она была не одинока. С нежностью. Боже милости, будь мне грешнее. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчестное я решил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди, вселись овны, и очистины от всякие скверные, спаси, блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышний Богу, на земле мир, человеку благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за день, когда даровал веру в Тебя и страх пред Тобой, ожидание суда Божия, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за день, когда дал мне святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими. Благодарю Тебя, Матерь Божия, сохранила от падения и сокрушения, предательства и измены, малодушия и уныния. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Благодарю Тебя, Ангел, сколько лет Ты хранил душу мою, не покинев смертный час. Когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание одежды, быть благочестивым и довольным. И ни в чем не страшиться ни властей, ни противников, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Святителю Христову Никола, моли Бога о нас. Благодарю за услышанную молитву о людях и животных. Умоли Господа Бога помочь нам в издании книг и иметь все необходимое для благовестия предстоящего. Аллилуйя! Святые пророки Илья и Елисей, молите Бога о нас и все святые пророки. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия с земли не застал нас неготовыми. Но вышли навстречу Тебе, жениху, с горящими светильниками и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом, с любовью. Аллилуйя! Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, молите Бога о нас. Святые евангелисты, Матфея, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас. Святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Климент Римский, Климент Антирский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец. Все молите Бога о нас, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста. И укрепи в вере детей, дай им веру святую в страхе Твоем, чтобы они не подпали под его водительство. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и все святые отцы, молите Бога о нас. Александр Невский, ступи за эту землю погибающую, дабы люди познали Тебя как единого, истинного, вечного Бога, Спасителя.
Аллилуйя. Святые жены и девы, молите Бога о нас, свекла первомучениц Фатина Самарянина Февронина. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женовым и девам, и сохрани их от всяческого поругания, и укроти непокоривость Галины, Екатерины, Евгении, Надежды, Надежды, Светланы, Марии, Раисы и Ларисы. Не дай им погибнуть. Аллилуйя! Господи Боже наш, мы просим, услыши нашу молитву и прими воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши молитву всех молящихся о нас во благо нам и исполни их прошение. И прими нашу молитву о всех западавших нам молиться о них. Спаси их и сохрани для Царствия Твоего. Аллилуйя! Господи Боже, говори, слушает и слышит раб Твой. Аминь. С миром Божьим по домам. Спасибо. Так, вот я еще хотел сказать, Надя. У тебя у нас вопросы такие возникают. Я Виктор Андреевич сейчас ты бы поступила по-другому и сказала. Да? Кроме того варианта существуют другие. И ты должна просто к этому присмотреться. Необычная обстановка, необычные отношения. Еще ради я вдруг поступаю. Ты маленько проигрываю, а не так. У тебя все время свое, которое отдельно, ты уже настроена на это, и ты на это пытаешься накладывать то, что ты слышишь. А ты другой раз стирай кое-что. Здесь предполагаешь, что не твоим умом решено, не твоими отношениями. По другой шкале это измеряется. А вы домашние свои вот эти отношения или труды выносите сюда. И это неверно. Польза от того, что вы все молчали, нуль. Будет продолжаться дальше. То, что я сказал, вы посмотрите. Да? Ну ладно, ладно. Спасибо, Христос. Вы еще это не... Да, до вас это не скоро, не скоро дойдете. Мне это можно было не говорить. В старое время я в ЦК партии писал патриарх. Да? Если говорят, зачем тебе надо? Мне это надо, я на это поставлю. И поэтому есть такое выражение у греков было, что позволено играть Юпитеру, а что позволено Богу. И тоже думаю, мне это по чину положено. Я сказал, три причины, почему я это говорю. Давно пора дать это. Дальше это мой родной брат. В-третьих, вы меня не понимаете, я вас понимаю, вы меня... Не надо, не надо, он же не делал. Сейчас остановись пока. Не дома здесь. Вопрос задали здесь. Моя тайна. И где надо говорить, ты не права. Как это решать? Где решать это? Я решаю отвечать. Он спросил вопросы задать по теме. Я задал вопрос. По теме. Вам нужно было только выслушать. Вы являете... Отношений нет. Это вопрос. Вопрос по теме. Все. А вы видите, как вот на этом цеплящем уровне пытаетесь рассуждать. Я знаю, что на цеплящем уровне. Я знаю, что я рассуждаю на цеплящем уровне. Но у меня твердое убеждение, что так... Да на чем же они основаны, твои убеждения? Именно так резко, так грубо говорить нельзя. Тем более в церкви. Понимаешь, у тебя опыта в этом никакого, нуль. У меня 50 лет разговора, и ты пытаешься учить. Ну, это неприлично даже. И слушать твои рассуждения, ты я должен вернуться на 50 лет назад. Грех хорошее, мелконькое, нежное, но оно ни к чему никакое. Никакое шелуха. Дело конкретно стоит о нас, о всех. Я задаю вопрос, на него не отвечаю. А вы интонацию начинаете ловить, это перед мужьями, жены так выламываются. Не надо здесь этого делать. Вы не только поступили неправильно, но вы еще и продолжаете стоять на этой позиции. Они говорят, не надо, уже все сказано. Только обдумывают. Вам готово. Я бы мог не сказать, еще бы 5 лет гнило. Но я столкнул. Батюшка имеет такой характер, что он просто так не оставит. Он дальше будет теперь звонить и что угодно делать. У него очень положительное качество. Он без внимания это не оставляет. А уж как сказать, мне под язык еще никто не залазил. Меня больше спрашивают от таких.